Просветительское озеленение – символ благодарности и уважения. В Черкеске в Центральном парке высадили аллею педагогов и наставника, посвященную учителям. Подробнее расскажет наш корреспондент Дарья Тендит. Профессия учителя считается одной из самых почитаемых в мире. Учитель вносит огромный вклад в воспитание подрастающего поколения. И аллея – это символ благодарности и знак уважения непростому педагогическому труду. На церемонии открытия аллеи педагога и наставника с приветственным словом выступила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Мы сегодня с вами высаживаем аллею, посвященную году педагога и наставника. В год педагога и наставника мы отдаем дань памяти и уважения нашим прекрасным учителям. И эта аллея будет напоминать о каждом из них, о нашем любимом учителем. В год педагога и наставника по инициативе главы Карачаева-Черкесии при поддержке парламента, министерства, профсоюза образования и науки, мэрии Черкеска, молодые педагоги, наставники, профсоюзные активисты и старшеклассники, а также гости торжественного мероприятия высадили 19 саженцев яблонь Маковецкого в Центральном парке Черкеска. Эта аллея будет служить достойным украшением нашего города, будет радовать не одно поколение наших жителей и гостей, напоминая о той важной роли учителя в судьбе каждого человека. От подготовки молодых сотрудников, будущих учителей, зависит и будущее учеников. Заслуженные педагоги готовы передавать начинающим преподавателям навыки общения с учениками, а также их родителями. Мы очень ждем молодых специалистов у себя в школах. И, как старшее поколение, мы подставим всегда свое плечо. Спустя несколько лет саженцы подрастут и весной будут радовать своим цветением, а осенью – сочными плодами. Эта аллея – повод еще раз вспомнить и поблагодарить наших учителей. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия.